вы смотрите отзыв об отеле Catalonia Puerto del Sol. Этот отзыв был оставлен на просторах интернет-путешественником с ником Турик, который был в нем в 2016 году. Начну с лирического отступления. Изначально мы планировали провести эти июньские праздники в Люцерне, Пилатус, Риге, Титлис и Горный воздух. Но чем ближе была дата поездки, тем яснее становилось, что с погодой там не складывается. Когда за 3 дня до вылета прогноз стал плюс 15, ливни и постоянная облачность, на все 3 дня, я позвонил в Аэрофлот и поинтересовался, нельзя ли нам поменять билеты. Оказалось, можно. Пусть и с доплатой. Итак, спасибо Аэрофлоту, плюс 9 тысяч рублей доплаты на человека, и вместо Цюриха мы полетели в Мадрид. Мадрид манил на фоне плюс 15 дождя и пугал плюс 32 в тени, не лучшая погода для прогулок. С другой стороны, плюсом было то, что у нас был уже заготовленный и нереализованный на 8 марта, заменили на Валенсию, маршрут в Куэнку и Авилу. А там ожидалось солнце и плюс 18 ночью, плюс 25 днем. Просто отлично, так и нарисовался план. Живем в Мадриде. Берем машину. Утром, по прохладе в первый день уезжаем в Куэнку. Во второй день в Авилу. Возвращаемся вечером поужинать и погулять. А в последний день отсыпаемся и гуляем, прожариваясь солнцем. Под эти задачи отлично подходил отель, в котором мы останавливались на прошлое майские, Catalonia Puerto del Sol 4 звезды. www.adziv.ru/vip. PHP, ID равно 186312. Рядом и наш любимый ресторан Los Galaes на Plaza Mayor и Дорента на Атаче минут 20 пешком. Итак, как он был в наличии по отличной цене, его мы забронировали с 10 по 13 июня. Перелет Аэрофлотом был практически без нареканий. Туда вечером после работы вовремя и по расписанию. В Шереметьево не первый раз за пару лет был аншлаг, люди адаптируются к кризису. Паспортный контроль по прилету, проверили пальцы. И багаж быстро. Обратно вылет задержали на 40 минут. Но летели на час меньше, чем по расписанию, так что прилетели даже раньше. Паспортный контроль и багаж быстро. Такси из в аэропорт в Мадриде по-прежнему по фиксированному тарифу 30 евро. Ехать до из отеля в это время около 15-20 минут. Catalonia Puerto del Sol 4 звезды. Бронировали стандартный номер на двоих. На двоих на 3 ночи с завтраками отель обошелся в 565 евро. При заезде нам забгрейдили номер до двухкомнатного с окнами на улицу Аточа. Переживали по поводу шума, но напрасно. Звукоизоляция этих номеров отличная. Сам отель за год не изменился. Все так же хорошо и без нареканий, включая завтраки. Про аренду машины и поездку в Куэнку и по окрестностям тут. Про поездку в Авилу и Royal Palace of La Granja of Saint-Ildefonso тут. Ужинать как обычно ходили в Los Galaes. Си, Ботанерос 5, Plaza Mayor 1. В последний день в Мадриде, чтобы было чуть прохладнее, на улице плюс 33 и солнце, взяли себе билеты на Bus Touristic. Наверху под тентом с ветерком, отлично. А также периодически отдыхали от жары в музее, как оказалось, данные путеводители устарели и по понедельникам теперь работает вся большая тройка музеев. Но мы этого не знали и вместо нашего любимого Тиссенбернемисса ходили в музей современного искусства и магазинах. В целом, конечно, жарковато для активного движения. Но на один день, терпимо. Из веяния времени, бросилось в глаза приглашение беженцев на здание мэрии. Самих беженцев мы правда так и не видели, и я не скажу, что нам это не понравилось. Дальше в основном типовые фотки Мадрида. Нам, как всегда, очень понравилось. И Испанию, и Мадрид мы очень любим, и планируем туда очень скоро вернуться. В описании к этому видео есть ссылка и на другие отзывы про этот отель. В нашем туристическом агентстве вы можете без лишней переплаты заказать тур в этот и другие отели. Пожалуйста, обращайтесь, всегда рады вам помочь.